Что, друзья, всем доброго утра. Продолжаем наши репортажи из багажника. Как видите, все уже готово к поиску. Скуп скручен. Детектор ложим в багажник. 5 минут и отправляемся. Так что, друзья, приготовьтесь. Я надеюсь, будет интересно. Можно посмотреть, вот прямо перед яма начинается. Вот сейчас можно по глубине детектора смотреть. Вот или по моему поясу, вот смотрите, мы в яму заходим. Многие спрашивают, как выглядит яма. Вот она примерно вот так и выглядит. И вы смотрите по сумке, по моей. Начали резко погружаться. Все, мы в яме. Мы уже пошли. Реальные сегодня условия для поиска вообще. Тихая-тихая вода, вон там. Там Серега ходит. Я к нему еще не подходил, не знаю, что у него. Так, ладно, продолжаем. Сигнал-то был хороший, цветной. Вот такая пластина со дна досталась. Ладно, продолжаем. Вон видно, насколько яма вот по Сереге видно. Я по колено почти иду. Он уже там по грудь. Сейчас посмотрим, где-то яма начинается. Да, нихреновая ямка. Там интересно должно быть. Эти груды песка перемалывать не надо. Так, ну, где она? Так. Ладно, где-то здесь начинаем. Итак, наконец что-то взял. Долго я копал этот сигнал, 70 с чем-то. Посмотрим, что это будет. О, кольцо. Друзья, есть кольцо. Есть кольцо. Блин, охренеть, с камнем, офигеть. Первый же сигнал. Офигеть, какое колечко красивое. Обалдеть. Блин, глубоко лежало, но все-таки я его взял. Yes. Итак, давайте теперь внимательно посмотрим на это колечко. Вот такое вот красивое колечко. Какая-то точечка, я, кстати, две точечки снизу не видел. Вот. Красивый камушек у него находится. Судя по всему, серебро, судя по ВДИ, которая звучала. И вон там имеется пробка. Но я вам приложу сейчас фоточку этой пробки, да, я сделал с микроскопа. Я толком ничего не понял. Может быть, вы мне скажете, на что похоже. Пробка такая забитая чуть-чуть была. Вот. Такое симпатичное колечко. Я предполагаю, времен СССР. Ну, симпатично выглядит. Смотрим и наслаждаемся. Сигналчик 58-59. И ничего. Очень странно. Вот это может быть. Нет, это камень. Ладно, ищем дальше. Блять, лоска. О, какая. Охренеть, блин. Это что ж такое? Бля. Не знаю. Какое-то клеймо есть тут? Офигеть, блин. Она с каким-то этим самым
ну, с барельефом. Да, ну, сейчас покажу. Блин. Что себе? С козлом с каким-то. Главное, наверху лежало вообще. Какой-то, не знаю, проба или клеймо, что-то есть у Сереги. Итак, давайте рассмотрим ложечку поближе. Вот такой вот экземплярчик вытащили мы из моря. Симпатичная. Что у нас здесь? На самой хлебательной части мы видим козла, жующего виноград или что-то еще. На заднем плане за козлом видны горы. Снизу видна надпись «Норге». Ну, судя по всему, не надо быть большим эрудитом. Скорее всего, это Норвегия. Вот. Ну, сразу вспомнилось строчки знаменитого произведения. Он наделал много зла, отодрать его козла. Вот. И дальше вот такая витая ручка. И сверху на ложке, на ручке, видим корабль викингов, плывущий по морю. За этим козлом, судя по всему. Так, ну, в задней части выполнено все очень красиво. Металл непонятный какой. Вот тут какая-то типа пробы. Клима какого-то. Короче, сказать, что это такое, мне ничего ни хрена не фокусируется. Так, я сфокусировать тут не могу сильно. Вот. Ну вот, такой вот экземпляр попался нам из камней. Откуда он взялся? Зачем он тут? Ну, вряд ли, конечно, вещь старинная, но красивая. Будем борщ хлебать. Итак, у нас еще одна находочка. Ложку потом-то рассмотрим повнимательнее. Ай, белая монетка. Где-то он лежит, ее трудно достать. Среди камней. Если вы мне скажете, надо это самое плотик, я знаю. Вот она. Полтинничек, 50 сантим. Это где-то получается... Если лат евро 42 разделите на 2, это получается где-то 70 центов. Итак, долго я это доставал. Там, короче, плоский камень лежал, и на плоском камне вот находилась эта монета. 2 еврика. И я, по-моему, латвийское исполнение... Не мог достать, скользил с кулом, начал ногами в сторону откидывать и вроде откинул. И вот перед нами этот замечательный исторический экземпляр 2 евро, который мы обязательно потратим на нужды общества. Ну вот, начал из-под камней выдергивать монеты. Что это такое? Так. Ага, 3 копейки, СССР. Так, ну я тактику понял, как их выдергивать. Просто ногой отшвыриваешь, расчищаешь место. И чаще всего они вылетают с ямы. Сейчас посмотрим, что я взял. Вроде взял. О-о-о, это будет трудно. Ага, вот оно появилось. Алюминиевая статуэтка. Блин. Сколько их здесь? Перемещаемся на другую яму, как скажу, что цели-то не так и много. Очень много там сигналы, конечно, есть, но все в основном бьет в железо. Все в камнях, уже копаешь только самое стабильное. Ладно, тут идем в следующую яму. Вот оно что. Такой жетон. Пряга практически. Интересно. Ну ничего не видно. Ну может у тебя то же самое из этой серии обломок. Теле выглядят в воде. Торчат одни только головки. Искать. Там где узкие как раз уже. Да.
прочесываем дно. Ямы кончились. Вот сейчас идем по фору, поэтому по акватории. Пытаемся найти очередную. Я думаю, там, где утки, там и будет. Утки нам показывают, куда идти надо. Деление уток. Сейчас буду считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, девять, тридцать. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ну, погрешность какая-то, может быть, будет пару уток. Ну, где-то около 40. Мама отожгла. Она, по-моему, целые еще чихты взяла. Так, у нас большой монитос. Ух ты, весь покрытый зеленью абсолютно весь. Пятак, наверное. Пять копеек, СССР, квадратные буквы, но будем смотреть, какой год, потом почищу. И вот дремелем дома почищу, посмотрим, что за монета. Ладно, берем. Зеленый Деус. Кине. Вставай, 63 сигнал. Скуби. Куча камней, стекло. Сейчас найдем, что это будет. 62 это, 63 это хороший сигнал. Кольца так под этим сигналом частенько попадаются. Посмотрим, что будет в нашем случае. Пока колес я не вижу. Не вижу и монет. Но что-то там должно быть. Ах ты ж, блин. Кошмар. Язычок пивной. Вот это поворот. Ну ладно. Это тоже кольцо. Все, конечно, по сигналу как кольцо стабильное. Наверное, камера передаст сейчас, какое количество тины находится сейчас здесь под нами. Слышен Серегин сигнал. Сигнальчик 56-57. Сейчас будем копать. О, красота какая. Ладно, как будет Скуби, покажу. По воде перемещаться долго довольно. Решили по берегу пройтись. Перемещимся сразу к яме. Что раз яму эту обнаружил. Сегодня вода спокойная. Проверим ее более тщательно. Что, друзья? Ну вот еще одно. Вау. Колечко с камешками, с брюликами. Долго копал. О. Отлично. Яма глубокая, вырыть пришлось, но не зря. Чуть-чуть согнул его здесь, но ничего. Отлично, берем. А теперь, друзья, давайте рассмотрим наше колечко. Очень такой необычной формы. Два кольца, соединенных двумя перемычками. На нем находится энное количество камушков, честно вам скажу, не считал. Но камушки красивые, маленькие брюлики, судя по всему. Вот, ну вот такое интересное, замечательное формы колечко. Но что в нем любопытно? Самое любопытное в нем, друзья, это проба. Сейчас я фоточку приложу, с микроскопа пришлось сделать. Швюф S925. Что такое S925, я думаю, мы все с вами догадались. А вот что такое Шевюф, вот это да, это вопрос. И оказывается, я попробовал погуглить в интернете, и оказалось, что этим вопросом задавался не только я.
В итоге люди даже и провели расследование. Я воспользуюсь их результатами. Значит, похожие изделия, ну, другого вида, вроде выпускала Костромская фабрика «Ювелит». Вот. Но нигде у этой фабрики описаний про нее нету, люди искали. Но выяснили, как расшифровывается аббревиатура ЭШВЮФ. ЮВ – это последние буквы, это индивидуальный код производителя. ША буква – это 2023 год, а буква В – Верхневолжская инспекция пробирного надзора. Вот такое расследование было проведено, ну, не только, скорее всего, не мной, я только воспользовался результатами, так что вот такое колечко дало нам интересную информацию. На ваших глазах произойдет изъятие сигнала из воды. Из ямы он изъят, откинут на поверхность, и вот где-то сейчас наверху он лежит. Сейчас попробуем взять его в прямом эфире практически. Ну, получится с первого раза? Да, нормально. И что это? Ага, вот это что? Круглый предмет. Очень какой-то непонятный. Что это такое? Шайба какая-то. Она приклеилась, смотрите, к скобу. Ее не взять. Вот она. Какая-то заклепочка. Кнопочка-заклепочка. Такая. Ну, скорее всего, от пуговицы какой-нибудь. Ладно, продолжаем. Сейчас из этого безумия нужно извлечь цель. Да. Напомните мне про плотик. Вот она. Вот. Ух ты. А я думал. Значок какой-то. Это оплавыш алюминиевый. Хорошо, что не надо было долго копать. Ладно, продолжаем. Итак, друзья, момент истины. Сигнальчик с глубины достал 91-92. Сейчас я его откинул в сторону. Он у меня лежит на поверхности. Сейчас мы с вами будем вместе его доставать в прямом эфире. Эти волнительные моменты. Что же там такое? Кому виден дисплей? 91-92. Будем надеяться, что это что-то интересное. Сигнал коротенький. Ой, как интересно, что же это будет. Может кольцо, может крест, может еще что-то. Какой они формы, какой они красоты. Так, взяли, друзья. Ну что, давайте промывать. Твою мать. А счастье было так близко. Красота, конечно, неописуемая, но мы ожидали чего-то другого. Да. Розовая сосалка. Попалась вместо серебра нам розовая сосалка. Ну что делать? Положим ее пока к артефактам. Продолжаем. Вот такую штуку зацепил. Это какая-то алюминиевая колба с какими-то электродами. Не знаю, что такое. Это растяжка. Что внутри? Неизвестно. Тяжелая. Убрать не буду. Может быть, опасно. Итак, я и снова что-то выбросил на поверхность из ямы. Восемьдесят шесть, восемьдесят семь. Посмотрим сейчас, что это будет. Сигнал коротенький, четкий. Надеюсь, это будет, что это не сосательная сигаретница. Этот электронная сигара, как они называются, правильно. Так, сейчас будем смотреть, что тут у нас.
Вроде взял. Вроде взял. Да ну нафиг. Вот эти оплавыши свинцовые. Жалко. Звенят, конечно, как хорошие кольца. Надо выбросить мусор. На всякий случай проверим. Ладно, продолжаем. Итак, погодка распогодилась. Я иду уже в обратную сторону. Ищу какой-нибудь хороший сигнальчик. Серега ушел. Еще на одну яму куда-то на дальнюю. Вон там, ой, там где-то за полкилометра, наверное, там ходит. Ну ладно, а я пойду еще здесь пройдусь. Ну вот, у нас еще один артефакт. И у меня такой не первый раз уже попадается. Дверная ручка. Дверь. Где-то плавает дверь. Одинокая. Ладно, потом мусор выброшу. Нет, она не нужна, но это алюминий, надо его лучше из воды, конечно, извлечь. Итак, друзья, давайте-ка мы сейчас извлечем с вами один из последних сигналов, но он. Я его достал с глубины, откинул в сторону. Даже 96 звонит. Потенциально интересный, конечно. Давайте посмотрим, что же это будет. Будет ли это чем-то, или как всегда, обломчик. Нет, не взяли. Давайте еще раз. Сигнал как-то поменялся, правда. Но все равно он остается высоким. Так. Ага, вижу уже отсюда, что это ничего интересного, похоже. Да, вот это, конечно, заблуждение будет. Вот эти штуки. Печально. А звонят как кольца. Так, друзья, что нужно сделать в первую очередь? Правильно, нужно слить воду. А то ехать с такими ботинками очень неудобно. Тепленькая пошла. Ну вот, теперь вес в ногах стало меньше. Мы можем приступить к осмотру находок. Итак, друзья, давайте посмотрим, что мы сегодня нашли. Кстати, находок было не так и много. В основном все замытое, но за счет того, что Деус, это и есть Деус, он глубину хорошо берет. Мы из глубины парочку интересных предметов достали. В принципе, все с глубины, кроме ложки. Вот, ну с нее и начнем. Просто какой-то, блин. Здесь какой-то козел. Какой-то норге. И здесь корабль, плывущий вдаль. Прикольная. Тут есть какая-то клеммочка. Ну так, борще схлебать очень хорошо ею. Прикольная. Так, ладно. Что по монетам? По монетам у нас сегодня вообще там 4 монетки. Что это у нас? 50 сантим. Вторая Латвия. 2 евро ходячка. В принципе, неплохо. 5 копеек советы и дореформенные. И 3 копейки советы. Ну и переходим к самому интересному. А, ну да, у нас еще это была красная сосательница. И переходим. Это было первое колечко у нас. И вот Серега рассмотрел, что в принципе вот эта часть, которая камень оплетает, она желтого цвета. Вот. Ну, красивый такой. Сейчас. Не знаю, что тут попробуем. Да, пробы там какие-то имеются. Вон она. А ну вам-то, наверное, не видно. Я отсюда вижу, что
квадратик с пробой есть. Может, платина какая? Звенела она 74. Такое колечко красивенькое. Так, ну и второе колечко, тоже серебро, судя по всему. Такое сдвоенное, прикольное, с камнями, с каменьями. Интересное колечко. Такой прикольной формы. Ладно, забираем. Все, друзья, на сегодня мы с вами копать закончили. Да, большая к вам просьба. Кто не подписался, смотрит, не подписан, поставьте, сделайте подписку. Как говорят, вам не сложно, а мне приятно. Вот, и есть группы в Телеграме, есть группа на Фейсбуке. Все ссылочки в описании, можно подключиться, с нами пообщаться. Может, с нами съездить покопать. Я не против. Хорошая компания с адекватными людьми. Ладно, все. Пока.